Уютные города, теплая погода и люди, которые не такие хмурые, как может показаться. Эксперт по России Виктор Клайсон знает, что ждет его товарищей по шведской футбольной сборной на побережье Черного моря, пишет Dagens Nyheter. Когда полтора года назад футбольный клуб Краснодар предложил шведу подписать контракт, Клайсон сначала ответил твердым отказом. Бывшего полузащитника Эльфсборга Краснодар совсем не привлекал. Однако после твердого отказа я приехал туда, подождал, пока все успокоится, затем взвесил все за и против, и подумал, что мне нечего терять, рассказал шведский футболист. Это был хороший и забавный карьерный шаг. Это было приключение, причем не только на поле, но и за его пределами. Прошлый сезон он провел без травм. 28 из 30 матчей, по итогу которых Краснодар вырвался на четвертое место в лиге, он начинал в стартовом составе. Проведя пару недель на родине, Клайсон теперь возвращается в Россию вместе со шведской сборной. Тренировочная база Швеции будет в Геленджике на берегу Черного моря и в 3,5 часах езды от Краснодара. И никто из игроков шведской сборной не знает окрестностей лучше, чем Клайсон. Что касается политического положения в стране, то организация Civil Rights Defenders прочитала национальной сборной лекцию о ситуации с правами человека в России. Шведский тренер Ян Андерсон считает, что в этом плане в России все не так радужно, однако, по словам Виктора Клайсона, с точки зрения повседневной жизни и культуры положение в этой стране совсем иное.